CM свои поклоны Шрила Прабхупаде. Нама Ом Вишну Брая Кришна Прастай Будай. Шримате Бхактивиданта Свами Танамане. Намасте Сарасватун Деве. Оравани Бричаране. Нирвишеша Шинивари. Аскетьяде Сидхарадас. Мы читаем Сед Мую главу Бхагавад-гиты, стих номер 10. Виданам сарвабхутанам пирипарта санатанам бхути-бхути-бхутамасми теджас-теджасвинамахам. Пожалуйста, вы включите ваше видео, если можно. Перевод. О сын Прити, знай же, что я изначальная семья всех существ, разум, разумных и мощь могучих. Комментарий. Биджам значит семья. Кришна – семья всего живого. В мире великое множество разнообразных существ, движущихся и неподвижных. Птицы, звери, люди и многие другие существа от нас ятся и числу движущихся. А деревья и другие растения, которые всегда стоят на одном месте, к числу неподвижных. Каждое существо принадлежит к одной из 8 миллионов 430 форма жизни. Одни из них наделены способностью передвигается, другое нет. Но в людом случае Кришна является семенем жизни каждого из них в ведических писаниях, Гаутария Упанишат, Ятова имани бутани джаянте. Брама высшая абсолютная истина.
источник всего сущего. Кришна – это Параматман, Высший Дух. Брахман безличен, а Парабрахман является личностью. Личности – аспект абсолютной истины, включает в себя безличный Браман. Об этом сказано в Бхагавад-гите 14:27. Браман и Брамано хи притиштхам. Поэтому изначальным источником всего сущего это коренем является Кришна. Как корень поддерживает жизнь всё дерево, так и Кришна, будучи коренем всего сущего, поддерживает весь материальный мир. Это также поддерживается в Ведах, Катха Упанишад. Нитьян нитьянам чайтанас чайтананам эко бхуда бхавадидату камам. Он главный вечный среди всех верующих, из всех живых существ. Он Верховное Существо. Он один хранитель всего живого. Если мы и у нас не было разум, мы не смогли мы действовать, и Кришна готовит говорит, что он источник всего разум. Тот, кто лише разума, не способен постичь духовную личность Бога Кришну. Мы почитаем этот стих еще раз. Биджанам саввабхутанам иди партха санатанам бхури бхури матам асми тейджас тейджас винамахам. О сын Притих, знай же, что я изначальное семья всех существ разумных и мощь могучих.
Вопросы. Почему мы должны верить, что существуют 8 миллионов 430 видов жизни? Кто верит, что существует 8 миллионов 430 видов жизни? Лила Манджари, почему верит это? Харе Кришна, дорогой Шила Гурудев, Харе Кришна, дорогие преданные. Ну, мы верим в то, что существует 8 миллионов 400 тысяч жизней, потому что так написано в Ведах. Веда — это авторитетный источник, из которого мы узнаем такие вещи. Веды, они не подвержены гунам материальной природы, они трансцендентны. Это шабда. Таким образом, мы получаем знания. Веды — это Кришна. Хорошо. Почему вы верите в ведические книги? Почему я верю в ведические книги? Ну, потому что это трансцендентное знание, потому что так говорит Шрила Прабхупада, потому что Сколько видов говорит учений. Еще раз спроси, можно вопрос, пожалуйста, я не поняла. Сколько видов говорят учения? Каких видов есть учение? Нет, Ученые. сколько видов говорят ученые? Ученые говорят. Сколько видов существуют на мнение ученых? Еще раз, Гуру Махарадж, пожалуйста, повторите последнее слово. Сколько видов существуют по мнению Ученых. ученых? Ну, я просто так понимаю, что ученые не могут сказать, сколько видов существует. Это невозможно понять дедуктивным или индуктивным методом, методом там проманы, как, ну, каких-то там логических объяснений. Это возможно только в шастре прочитать.
Хорошо, правило. Почему может быть шастра луж? Лучше. Шастра, ведические книги, много вещей. Честный. Почему, когда он говорит, вид, но честный. Это невозможно, он может нельзя почитать. Они нельзя почитать. Сколько видов. Поэтому он может думать, что может быть ведические книги это правило. И не правило мы можем точно делает предание служения. И когда Кришна видит, что он искренний, Кришна дает разум, и он может понимать, что Кришна сказал в ведической книге. Нам нужна милости Кришны. Это знание, это важнее, но лучше важнее это милости Кришны. И Кришна дает всю милости, когда пред ним ослужить его. Обслужить его, это правило. Служит ему. Он делает предание служения. Это лучше, чем лучше важный. Следующий вопрос. Что означает, что семенем жизни всех этих видов? Является Господа Кришна. Что это значит? Савитри Деви Даси. Харе Кришна, Шрила Гурудев, Харе Кришна, дорогие преданные, меня слышно? Когда Господь говорит, что Он является семенем всех живых существ,
это значит, что абсолютно во всех живых существах находится равное живое существо, душа. Все живые существа имеют разные физические тела, но их духовная природа, она одинаковая. Это душа. И в каждом живом существе также есть параматма. Параматма, правило, и Кришна Брахман тоже, Верховная Личность Бога, Кришна, это источник всей энергии. Это Кришна это электростанция. 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 Хорошо. Правильно, спасибо. Что значит, что безличных аспект находится в личном аспекте? Что это значит, что это энергия солнца. Это находится солнце. Агнихотра. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Ну, безличный аспект включает личностный, потому что безличный аспект — это Брахман, а личный аспект — это пара-брахман. И подобно тому, как лучи солнца принадлежат солнцу, также и Брахман принадлежит пара-брахману Кришне. Правило. Может ли солнечный свет существовать без солнца? Это возможно? Нет. И Брахман, это аспект безличный аспект не может находиться без личного аспекта. Также солнечный свет существовать без солнечный свет чувствуется без свет. Правильно? Ну, если можете, повторите, пожалуйста, непонятно. Солнечный свет не существовать без солнца. Понятно. Как Господь
Кришна. Какова аналогия с тем, что Господа Кришна является корнем дерева своего существования, существования? Наталья. Хари Кришна, дорогой гуру, Хари Кришна, дорогие преданные. Но тут говорится, что как Кришна является сравнивается с корнем дерева, как корень питает все дерево, так и Кришна поддерживает всю жизнь в мироздании. Хорошо. Что это значит, это слога? Итатура мула нишечинайна, шептянти тацканда буджо пушака, ранахараччай тендриянам, итайва сарвахам атутеджа. So what does that mean? Это итатура мула нишечинайна. Что это значит тарава? Вишвамбара. Харе Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж. Тарор мула означает это корень дерева. Корень это... Корень дерева. The root of the tree. Yes, корень. Что случилось, когда он налить воду на корень? Что сделал? Что случилось, когда... Льют воду на корень. Случается, когда поливаешь корень дерева. Когда поливаешь корень дерева, удовлетворяются все потребности дерева. Его веточек, цветов, плодов, листьев. Все удовлетворены, когда поливаешь корень дерева. Поэтому правильно служить Шри Кришне. И Парабрахману. Что случается, когда что произойдет, если палич служение Кришна? Служение Кришне, полить служение. Ну сделали служение Кришне. Что происходит, когда человек служит Кришне? Что происходит, когда человек служит Кришне? Наталья. Когда человек служит Кришне, он наполняется божественной энергией, и тогда у него он наполняется настолько энергией, что начинает раздавать эту энергию всем окружающим и в материальном мире, и для Кришны у него хватает энергии на все. Правильно.
все получают в году. Как? Савитри. Шрила Гурудев, а можно вопрос задать по поводу вот того, что все получают выгоду, что все удовлетворяются, когда преданный служит Господу? Вот я понимаю эту аналогию, что когда льют воду на корень, то все дерево получает питание, и ветки, и листочки. А вот в Италии преданные, скажем, проводят харинаму. Я какую от этого получаю, какое благо я от этого получаю? Well, может быть, если мы повторим Харе Кришна, мести сердца чисти, и Кришна появляется в форме своих имя духовня. Они что служат это имя духовня может обид это природа духовня может быть немного, но это будет эффект. Если люди более восприимчивы, этот эффект будет много. Если он без создания, этот эффект будет меньше. Например, когда Кришна, мы можем понимать, что когда Кришна играет своих флаута, Горгори Сави Нулис. Когда Кришна играет своих флаута, рейки не двигает. И горние камни винулус мут. Камни текст плавятся камни, да?
Харе Кришна. Почему Кришна очень мощный? И мы сильны, очень сильны. И мы не так сильны. Поэтому, когда мы повторим Харе Кришна, это эффект не это такой же, когда Кришна играет в своих флаутах. Флейта. А как Господь Кришна поддерживает всю жизнь? Это правда, Кришна, это поддерживает всю жизнь. Без Кришна это возможно, он может жить. Адрупа. Харе Кришна, Гурмадхавас, Харе Кришна, преданные. Нет, без Кришны невозможно. Кришна, Ишварах Парама Кришна, Сачита Нанда Виграха, Анадира Диргумина, Сарва Карана Каранали. Или здесь говорится, Нитя Нитя Нам, Эка Бахунам, Йо Видададхи Каман. Он источник всего, он с помощью своих непостижимых энергий, Кришна поддерживает все. Как Параматма, он входит даже каждый атом в материальной вселенной и поддерживает все творение в совершенном виде. Все работает просто несовершенно. И все благодаря энергии Кришны, благодаря его непостижимому могуществу. Харе Кришна. Правда, спасибо. Может ли искра выжить без огня? Может огня выжить без искра? Кришна может жить без жива? Кришна может видеть без душа? И душа может видеть без Кришна? Что это правило? Гаятри. Это возможно, что душа может видеть без Кришна? Гаятри? Maharaj, are you asking me? Yes. Are you asking if Jiva can live without Krishna and Krishna without Jiva? Is that Yes. correct? I don't think that's possible. Yes. Just on the basis that we're eternal and we're parts of Him. So without Him, we're nothing. And vice versa, He cannot abandon Himself, if that makes sense. We're part of Right. Him. That's true. Sorry, I can't answer in Russian. Right. That's very good. Okay. Душа не может жить без Кришна.
Но Кришна может жить без души. Что значит интеллект или разум? Что это значит разум? Он знает, что Кришна говорит разум, Бхагавад-гита? Глава 10. Текст 4-5. Лила Банджари, хочет читать? Да, у меня выписано это просто. Разум – это способность понимать истинную природу вещей. Что Прабхупад говорит в Бхагавад-гите? Что это способность понимать истинную природу вещей. Спасибо. Свое положение. Комментарий – это комментарий. Это тексты 4-4, глава 10. Может читать комментарий? И Бхакти Мирана? Марина, может найти? Глава 4, текст 10, правильно? Может находится стих? Это тексты... Глава 10. Глава 10. Глава. Тексты 4. Разум, знание, свободня от сомнений и иллюзий. Это комментарий, Роберт, разум, знание, свобода, сомнения и иллюзии, снисходительность, правдивость, способность обуздывать чувства и ум, счастье, горе, рождение, смерть, страх и бесстрашие, непричинение вреда, уравновешенность, удовлетворенность, аскетичность, щедрость, слава и бесславие. Все это разнообразные качества живых существ. Все эти разнообразные качества живых существ созданы мной одним. Правильно. Разумная чуть способность понимает истинную природную вещь. А знанием понимание того, что есть дух
И что? И что есть материя? Хорошо. Как обрести, разум, чтобы понять Господа Кришна? Кришну. Сати Деви Дасу. Харе Кришна. Как раз есть стих, да, в Бхагавад-гита 10.10. Кришна говорит: Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там янамам упаянте те. Те, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Спасибо. Мы можем остановиться здесь. И спасибо большое. Джулия Натра. Хари Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны примите, пожалуйста. А можно задать вопрос? Если можно. Спасибо. Здесь написано, что как корень дерева, если поливать корень дерева, то все дерево будет удовлетворено. Также, если мы служим Кришне, то все окружающие вокруг будут удовлетворены. Здесь имеется в виду, они получают высшее благо, имеется в виду высшее удовлетворение, то есть высшее благо для них, потому что мы же видим, примеры бывают такие, что человек посвящает свою жизнь служению Кришне, там живет в храме полностью, там служит, строит храм или какие-то еще вещи, но его родственники, например, недовольны, бывает такое. Как тогда правильно понять это, что если служить Кришне, то все вокруг будут удовлетворены? Понятно или нет? Нет. А кто на английском может помочь? Что нужно помочь? Чтобы Гуру Махараджу понятно было. Так, повторите тогда еще раз. А когда мы поливаем корень дерева, здесь написано, то все дерево получает благо. Также, если мы служим Кришне, то все, ну, все, так я понимаю, все получают благо от этого. Но бывает в жизни так, что человек служит Кришне, но, например, его близкие родственники недовольны им. Почему так? Здесь имеется в виду какое-то высшее благо, не материальное, не то, которое мы можем видеть. Благо? Что это значит благо? Благо. Милость. Милости? Благо. Милость? Благо значит милость? Benefit, благо, benefit. Benefit, benefits. Но когда человек может быть рецепция. Рецепция. А это может быть своих деятельства, когда он дал своих жизнь последней жизни. И когда он делает деятельность, благо действия, благо честь
тени я. Он природа. Это много рецепция, имя духовня. Например, когда он это когда он может слушать лучше, что другой человек. Это почему in своих последние жизни он дал ностя вещи благочестивые. Это слово благочестивый. Он не, когда мы видим человек, что вегетарианский, например, вероятнее он вероятно он может много рецептивный духовный имя, что когда чем лучше, чем человек, который ест мясо. Правильно? Это более восприимчивый, да? Принимать больше духовной энергии. Хорошо. Спасибо большое. Мы видимся. Гуру Махарадж, вы можете остаться ненадолго? Что? Если остаться ненадолго можете, у меня есть вопрос. О, сейчас у меня есть другая конференция. Yeah. А когда можно будет? Следующий урок. Следующий урок в субботу. Спасибо. Спасибо большое. Гуру Махарадж. Спасибо. Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж. Хари Кришна. Хари Кришна. Хари Кришна.